выделили в этом году, по-моему, 7 миллионов рублей, коллеги, меня поправят, если не прав, на предпроектную работу по мосту. К концу года будет ответ дан на вопрос, где должен стоять этот мост, какие инженерные требования у него должны быть и какой примерно транспортный поток он должен себя принять. Вот к концу года мы должны эти ответы получить и, собственно, исходя из этого, будем уже и дальнейшие решения принимать, где его проектировать, в каком виде, на какую пропускную способность.